Пятую часть теплотрасс заменят в левобережье Новосибирска. Необходимость перекладки труб выявили в результате мониторинга сетей при помощи роботов. Чтобы избежать аварий в системе отопления, областные власти предусмотрели ряд мер. Для этого все делается. В программе прописано это мониторинг, да, своевременная замена. Второе – это рассечение участков, чтобы не было все левобережье, соответственно, под отключением. Третий момент – это на теплоисточниках, соответственно, регулирование, установка. Сегодня при помощи робота обследователи теплотрассу на улице Троллейная. Техника оценивает толщину стенок трубы, выявляет самые тонкие места. По результатам такого обследования принимают решение о замене самых изношенных участков. Для эффективного и своевременного ремонта теплотрасс разработали специальную программу «Надежный левый берег». Сейчас ее реализуют сразу по нескольким направлениям. В этом сезоне заменят 70 километров теплотрасс по всему Новосибирску.